Wargaming Fest. Fest Wargaming. Начало. Если захотите, можете там поуправлять немножечко, там полетать, только главное не разбейте. А также там есть для детей или для мужчин, которым нравится просто акварелью рисовать себя на лице, можете подняться наверх, там есть люди, которые занимаются росписью вашего лица, не бьют, а именно расписывают, то есть все нормально. Дальше. Есть стенд. Валютой, акциями, индексами. Все знают Apple, все знают Nvidia, все знают Microsoft. Но мало кто понимает, что можно не только пользоваться продуктами этих компаний, но и зарабатывать на росте или на снижении акций этих компаний. Или там все знают, что такое биткоин, да, наверняка. Много интересного. Бой только будет начинаться вот-вот. Команды уже готовы? Команды готовы? Отлично, у нас команды готовы. Теперь осталось только узнать, какие команды? У нас команды Space против Trash and Mopeds. Trash and Mopeds, да. Екатерина, говорите в микрофон. Раз. Не туда. Немножко ультразвуком. Я думаю, Екатерина, вы справитесь с такой задачей. В вашем случае это будет несложно. Ну что, готовы побороться за наши замечательные призы от наших партнеров? Ну что, Екатерина? Какой вам сетап больше нравится? Давайте пройдемся по сетапу. У нас у Space есть 50B, Т95В4201 и еще один такой же там. И напротив Supercomputer 50B и Т95В4201. Это пагорки, это рудники по старой памяти. Команды заезжают на гору. Или не на гору, или поедут. Ой, поджог, господи! Сгорел на работе? Сгорел на работе в прямом эфире. 1-1? 1-1. Ну здорово, это была хорошая драка. Молодцы ребята, Space не опускают руки, продолжают сопротивляться. Конечно, не опускают руки, они же хотят тоже выиграть. Главное победа или участие. Ну победа у нас...